بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله в Коране приводит два аята относительно Адама алейхиссалям и относительно Иблиса. Аллах говорит: بسم الله الرحمن الرحيم رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله العظيم. Аллах говорит, когда Адам алейхиссалям ослушался Всевышнего Аллаха, и вот причиной его ослушания именно был Иблис, Хава, Иблис и так далее. В общем, то, что вот в него было хорошее положение, он был в раю, было хорошее настроение, без всякой печали, спокойно, когда он находился в довольстве Всевышнего Аллаха, он был вынужден покинуть вот это вот хорошее положение и переместиться в эту землю. И вот чтобы вот этот грех, он простился, ровно 1000 лет ему пришлось в этом грязном мире пребывать. Вот его пребывание 1000 лет на этой земле, вот эти вот плохие состояния, плохое настроение, это все такое, это было именно своего рода таубу. Вот чтобы вот Аллах простил его вот эту вот ошибку, вот ему пришлось 1000 лет находиться как в тюрьме в этом мире. И вот когда он этот грех когда совершил, хотя грехов у пророков не бывает, так мы называем это грехом образно. С внешней стороны грех, а с внутренней стороны это мудрость была Всевышнего Аллаха, что если вдруг дети Адама, алейхиссалям, грех совершат, как нужно правильно из положения выходить. И вот, несмотря на то, что Иблис дал подсказку покушать из этого дерева, Иблис, как Аллах в Коране об этом говорит, он говорит Адаму, если вы, говорит, этот плод покушаете, тогда вы превратитесь в ангелу, и вы будете вечно пребывать в раю. Аллах говорит, не хочет, чтобы вы в раю находились вечно, поэтому Аллах вам запретил, и они, хорошие делая, вот с хорошим намерением последовали за Иблисом, и в конце концов был такой результат. Вот в этот момент Адам алейхиссалям что говорит? «Раббана, о наш Господи, валямна умфусана, мы, говорит, сами себя притеснили. Ва иллям тагфир ляна, если ты нас не простишь, ва тархамна и не помилуешь, ляна кунана миналь хасирин, тогда, говорит, мы будем в убытке, мы будем банкротами. Нет ничего хорошего у нас, если ты нас не помилуешь и не простишь. И вот автор этой книги, он говорит, обратите внимание на Адама, алейхиссалям, подход, на его взгляд, на эту религию, как он относился ко Всевышнему Аллаху. Он не говорит, о Аллах, Иблис был виноват, он нам дал подсказку, Хава тоже подключилась, и ты это предопределил, Аллах, нам такой грех. Если раз ты все предопределил, я в чем виноват? Он так не сказал. Он говорит, только лишь один я виноват в этом грехе. И если ты не простишь, тогда все, говорит, я уже ноль. А Иблис, он, который 80 тысяч лет поклонялся Всевышнему Аллаху, и вот в один день, когда Всевышний Аллах ему сказал, Адам, алейхиссалям, сужда сделай, Иблис, он отказался, и Аллах его сбил с пути истины. Тогда Иблис что говорит? Бисмилляхи рахмани рахим, Рабби бима агвайтани, о мой Господь, из-за того, что ты меня заблудил, сбил с пути истины, ля узайинанна лягум филь арды, я, говорит, им буду приукрашать этот мир, то есть детям Адама, алейхиссалям, я, говорит, буду с красивой стороны преподносить деньги, власть и все другое, все, что на этой земле есть, чем Аллах испытывает нас. Я, говорит, буду приукрашать, то есть буду внушать им такие мысли, что это что-то прекрасное. Хотя оно является мерзостью перед Всевышним Аллахом, но Иблис будет нам внушать. «Валя угвияннахум аджмаин, я их непременно сбью, их всех, детей Адама, алейхиссалям, с пути истины». Вот так вот говорит Иблис. И вот автор говорит, посмотрите, говорит, вот два вроде бы раба Всевышнего Аллаха, Иблис, как он никто много не поклонялся, ни пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, ни один из пророков столько не поклонялись, сколько поклонялся Иблис.
80 тысяч лет он поклонялся. И вот после этого всего он говорит: «Аллах, ты предопределил, говорит, мне быть заблудшим творением. Моя вообще в чем моя вина? Вот из-за того, что ты вот был несправедлив, из-за твое несправедливое предопределение по отношению ко мне, посмотрим, что я сделаю». Вот эту обиду он держит до сих пор на Всевышнего Аллаха, и он до судного дня он не успокоится до тех пор, пока он эту обиду он не будет выливать на Всевышнего Аллаха. Хоть он против нас работу делает, против детей Адама, алейхиссалям, мы вообще ни при чем. Аллах просто нас возвысил, над ними поставил. Мы же это не сами заказывали, это все. Просто Аллаха милость. Вот Иблис, он решил отрываться именно на нас, держа злобу на Всевышнего Аллаха. Поэтому вот всегда, чтобы мы знали, когда человек на кого-то обижен, он хоть он в сознании, он понимает, что этот человек ему навредил, но подсознание у этого человека бывает обида только на Всевышнего Аллаха. Не может человек обижаться, кроме как на предопределение Всевышнего Аллаха. Потому что нет ни одного мусульманина, который считает, что что-то происходит без воли Всевышнего Аллаха. И вот Сахль ибн Абдиллах, рахимахуллах, говорит, когда, говорит, какой-то раб, любой мусульманин совершает какое-то благое деяние, намаз он совершил. Вот, допустим, я вот сюда вот пришел, сижу, например, ваза, например, делаю, и вы сюда пришли, как на урок послушать, с намерением, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху, правильно поклоняться и так далее, чтобы мы были кадаром Аллаха довольны, с этим намерением мы сюда пришли. Аллах видит, например. И вот это совершил, если, например, любой из нас скажет сердцем, если у него будет такое понимание: «Анта я Рабби бифадлика истамальта, ва анта аанта, ва анта сахальта, шакар Аллаху Та'аля далека лаху». «О мой Господь, ты по своей милости использовал меня именно для этого маджлиса, например, для этого намаза и так далее. Ты мне оказал поддержку, ты мне облегчил вот этот вот момент». Вот кто-то, допустим, может быть, сюда не пришел из-за того, что у него там, у этого человека дети маленькие, или кто-то, например, на работе задержался, кто-то, может быть, заболел. И вот кто сюда пришел, у этого человека, например, есть такое понимание: «О Аллах, ты меня использовал, ты мне оказал поддержку и облегчил мне». Тогда, говорит, Аллах шукру делает этому рабу, Аллах благодарит этого человека, и Аллах этому человеку говорит: «Я абди, о мой раб, валь анта ата'ата, ва анта такаррабта». Нет, говорит, на самом деле не я тебе поддержку оказал, не я тебе облегчил. Ты, говорит, подчинился мне, и ты приблизился, говорит, ко мне. Это чисто вот твой амал, говорит Всевышний Аллах. А если, говорит, человек совершил какое-то благое деяние, у него внутреннее понимание, ему говорит: «Я подчинился Аллаху». Смотри, когда вот другие люди, например, на маджлис не пришли, когда люди, например, что-то хорошее не сделали, а вот я сделал, если у него такое будет понимание, я приблизился ко Всевышнему Аллаху. А признаком того, что у него есть такое понимание, когда он других людей упрекает, когда он думает: вот этот человек вообще нехороший, смотри, как он себя ведет. Он вообще не видит, что Всевышний Аллах тому поддержку не оказал, а именно этому самому. Вот мне, например, Аллах оказал поддержку, а тому, например, не оказал. Не такой взгляд у этого человека. Он видит, что вот тот сам по себе такой плохой, как можно было такой грех совершить? Вот так смотрит на весь окружающий мир, который ослушивается, а сам, который подчиняется, он думает, вот хоть языком говорит, это милость Аллаха, но внутри у него нет такого взгляда. Он говорит: я подчинился, я приблизился, а радаллаху та'аля анху, Аллах говорит, от него отворачивается. Вакали, Аллах говорит: я абди, анна вафакту, ва анна аанту, ва анна сахальту. О мой раб, я, говорит, тебе поддержку оказал, я тебе облегчил. Если бы я тебе поддержку не оказал и не облегчил, тогда, говорит, ты этого сделать не смог бы. Аллах этому человеку вознаграждение не записывает. Аллах от него отворачивается. Этот человек вот с внешней стороны ибадатом занимается, нет в нем бараката, нет милости в нем. В нем бывает проклятие. Как Иблис 80 тысяч лет ибадатом занимался, ни один день у него в жизни бараката не было. Где бы он, что бы он ни делал, везде от него была безбаракатность. Он был проклятым. Аллах знал, что он такой человек, это такое творение Всевышнего Аллаха. И у него был всегда такой взгляд: о Аллах, вот же я подчинился. Вот Адам, алейхиссалям, с пустого места Аллах его взял, поставил над Иблисом, над ангелами. И у ангела, и у Иблиса у них вопросы возникли: как это Аллах?
ангелы прямо вопрос задали: как ты мог, о Аллах, сделать своим наместником того человека, то есть любого сына Адама, алейхиссалям, который будет проливать кровь и будет смуту сеять на этой земле? А ангелы, они же с джиннами сражались, они этих джиннов на место поставили, их по островам разбросали, по мусоркам разбросали, вот эти джинны, они обычно где живут. И они думали, что Аллах именно теперь их поставит наместником на земле. А Аллах взял на этом внимание даже не обратил, несмотря на то, что они грех даже ни один не совершили. Аллах взял с пустого места, без единого хорошего амала, Адама, алейхиссалям, сделал старшим над всеми, над Иблисом, над этими ангелами и так далее. И тогда они не поняли Всевышнего Аллаха, мудрость. Тогда Всевышний Аллах говорит в Коране, что Он обучил Адама, алейхиссалям, всем именам, которые несут имена. Вот, например, стол, вот, например, телефон, микрофон, кафель, допустим, что бы там ни было, вот ложка, ложечка, там вот все, что носит имя, этим всем именам Аллах обучил Адама, алейхиссалям, это «Ильмуль Асма» называется, наука об именах. И тогда Аллах говорит Адаму, алейхиссалям, эта вещь как называется? Адам, алейхиссалям, отвечает, это так называется. Это как называется, это так называется. Тогда Аллах говорит ангелам: вы скажите, как эта вещь называется? Они не знают, Аллах же им не дал об этом знать. Тогда они говорят, все на сужда говорят, упали и сказали: о Аллах, мы себя притеснили, ты чист от всех недостатков, ты лучше знаешь, кого над кем ставить и так далее. Вот эту вещь, например, Иблис не вывез. Почему? Потому что 80 тысяч лет ибадатом он занимается, Адам, алейхиссалям, ни одного благого деяния не совершил, и вдруг в один момент и Аллах надо Иблисом ставить Адам, алейхиссалям. Вот его логический подход. Он считал себя таким услугу Аллаху оказывающим, что он Аллаху подчинился, пока другие себя неправильно вели. И вот из-за этого момента Аллах от него отвернулся, и Аллах говорит: нет, Иблис, я тебе поддержку оказывал. Ты на самом деле ничего хорошего в жизни не сделал. А когда, говорит, человек совершает какой-то грех, и он говорит: о мой Господь, это ты же мне предопределил. Вот много же бывает людей, которые вопросы задают: если Всевышний все предопределил, если у меня нет никакого выбора, тогда я в чем виноват, в моем грехе я в чем виноват? И таким образом Иблис очень много людей с истинного пути сбил. И вот если человек грех совершил, говорит: о Аллах, ты предопределил, это было твое решение, тогда говорит «Гадаб Аллаху джаллят кудрату алейхи», гневается, говорит Всевышний Аллах, на этого человека и говорит: о мой раб, ты, говорит, проявил, говорит, ослушание, ты проявил невежество, ты, говорит, очень вот грубо, говорит, поступил, повел, это, обошелся со мной. А когда, говорит, человек совершает грех, и он говорит: «Анна далямту нафси, ва анна асату, ва анна джагальту», о мой Господь, я самого себя притеснил, как Адам, алейхиссалям, сказал. Я был груб по отношению к тебе, я был невежественен, я вот не понимал, вот перед кем я это совершаю. Тогда, говорит, Аллах поворачивается к этому рабу и говорит: нет, говорит, о мой раб, это просто я тебе предопределил, говорит. Это у твоей вины вообще нету, я просто так предопределил. И вот это вот единственное, что Аллах от нас хочет, чтобы мы вот понимали, не внешняя сторона ибадата. Вот. И тогда Аллах говорит: я простил тебя и скрыл твой грех. Вот какой вот ключ к счастью, чтобы у нас все было хорошо, чтобы Аллах простил наши грехи. Вот Аллах говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Нет ни одного греха, говорит Аллах, нет ни одной проблемы у вас, кроме как это из-за ваших грехов. Вот вообще не бывает такого, чтобы у нас была какая-то проблема, и в этой проблеме был виноват какой-либо человек, вообще окружающая среда. Есть такое бетонное правило, это определение, которое Аллах дал любому испытанию. Все ваши испытания только из-за ваших грехов. Вот Аллах наш заказ выполняет, и когда мы хотим какую-то проблему, нам стоит просто совершить грех, и Аллах нам посылает эту проблему. Если мы хотим, чтобы у нас не было проблем, нам нужно просто правильно себя вести, грех не совершать, и тогда Всевышний Аллах нам не будет бала отправлять. Вот правило. Поэтому, когда вот мы какого-то окружающего, вот из окружающего мира, будь то погоду или человека, кого-то мы винить начинаем, это вот внутри
у него может быть неверие к этому аяту, где Всевышний Аллах говорит, все ваши проблемы из-за ваших грехов, а человек говорит, однако, хоть Аллах так говорит, здесь я не согласен. Вот здесь этот человек, вот в обходу Всевышнего Аллаха, Аллах вообще здесь участия не принимал, этот человек мне навредил. И вот обида человека, это есть уровень понимания его религии. Насколько человек он религиозный, настолько он не обижается. Насколько у человека слабая религия, настолько у него будет много обид, он прощать не может других людей. Вот такая вот проблема. Вот поэтому вот эти вот вещи, чтобы у нас не были, чтобы Аллах наши грехи прошел и так далее, как выйти из этого положения? 20 лет, 30 лет уже как Аллах нам дал религию ислам, на каждой пятничной проповеди имамы делают ваза, вот в Ютубе переполнены проповедями, у нас есть книги, все есть, ильм есть, но положение лучше не становится, положение все хуже и хуже, много разводов, много долгов, очень много людей, вообще разные болезни, которых вообще раньше не было. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, когда люди открыто начнут грех совершать, тогда, говорит, Аллах будет создавать такие болезни, о которых люди, вы даже не слышали, сподвижникам говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас сколько болезней появилось, все разные аллергии, там чего хоть нету, вот из-за наших грехов, которые мы совершаем. Открытым, самым таким мерзким грехом является, когда человек, он обижается. Нету хуже, чем этот грех. Вот Джунайд аль-Багдади говорит, рахимахуллах, вот самое, говорит, из грехов большое, самым большим грехом, говорит, я нашел из Корана и хадиса, что это? Это когда человек претендует на что-то. Когда, допустим, женщина говорит своему мужу, почему ты мне внимания не делаешь? Я же за тобой ухаживаю, я же все стараюсь делать. Вот ты почему вот так ко мне? Я же достойна, Аллах же обязан был через тебя ко мне внимание дать. Я же по отношению к Аллаху ничего плохого не сделала. Вот это есть иблиса грех, который говорил, 80 тысяч лет я ибадатом занимался, Аллах, ты же был обязан Адаму алейхиссалям мне подчинить, чтобы он мне подчинялся. Вот это самый, говорит, большой грех. И насколько у человека в сердце бывает такой грех, а душа душу видит. Вот как мы, вот, например, глазами друг друга видим материальную сторону, так же внутренняя сторона сердце видит сердце. Когда у человека бывает большая душа, вот, допустим, я вот иду, например, к духовному наставнику, и вот он вроде бы с внешней стороны такой обычный человек, но сердце видит, душа видит душу. Я когда перед ним, когда сажусь, уже я переживать начинаю. Вот моя маленькая душа на фоне его большой души, она уже начинает и страх ловить, и все другое происходит. Такое сильное уважение бывает. Из-за чего? Из-за того, что у него душа огромная, большая его душа. А у меня маленькая душа. И вот чем больше человек ибадатом занимается, тем его душа, она больше становится. Чем больше человек грех совершает, тем его душа маленькая становится. Вот Иблис 80 тысяч лет ибадат делал, но душа маленькая-маленькая у него была. Почему? Потому что он гордым был, он претендентом был, что он заслуживает перед Всевышним Аллахом. Вот на что-то претендовал он, в общем. Насколько человек претендует, настолько он ежесекундно он грехами занимается. Он тянет к себе проклятие Всевышнего Аллаха, сам того не понимая. Если, например, человек грех прелюбодеяния, например, совершает. Если он, например, азартные игры играет, спиртное пьет, мы же знаем, у него ризк и нехватка бывает, все время нервы, проблемы у него бывают. Вот чем вот эти вот грехи, намного больше грех, когда человек, он на что-то претендует. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пошел на город Таиф, чтобы их призвать к религии ислам, когда они его камнями забросали, с внешней стороны они были на 100% несправедливы. И когда Всевышний Аллах проверил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какой у него взгляд, будет ли он считать, что вот эти вот люди, как он языком говорит, без воли Аллаха ничего не происходит, сердцем это он признает то, что сам говорит, что без воли Аллаха эти люди ему не смогли бы какой-то ущерб нанести. Он, когда Аллах отправил ангела к нему, к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы этих людей уничтожить, наказать, он что сказал? Он даже на ангела внимания не обратил. Он знает, что ангел тоже от Аллаха, без воли Аллаха не может помочь, ничего сделать. Эти люди тоже не могут ему навредить без воли Аллаха. Он говорит, о Аллах, я не жалуюсь на твое предопределение, однако, говорит, я жалуюсь только лишь на свою слабость.
Он говорит, это все твое предопределение. Он их неверующими людьми, мушриками, камнями забросавшими не называет. Это говорит предопределение. Так он их назвал. А Аллах предопределение, оно же хорошее на самом деле. Аллах же мудрый, Аллах же лучше знает. Если бы он эту вещь, допустим, не прошел бы, если бы он шукру не сделал бы в тот момент, он же не был бы лучшим из пророков. Они же были всего лишь площадка для того, чтобы он еще дальше вперед, чтобы пошел. Вот как его Всевышний Аллах никого не испытал. Я говорю только на свою слабость жалуюсь. Если бы я был бы правильным, если бы я как нужно все сделал бы, тогда они ислам тоже приняли бы. Только я говорю здесь вот неправ. Видите, неправильную сторону к себе отнес, правильную сторону ко Всевышнему Аллаху отнес. Вот взгляд пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Такой взгляд был у сподвижников. Поэтому они были счастливы. У них вообще плохое настроение даже у них не было. Всегда им было хорошо. И чем ближе к судному дню, вот мы это приближаемся, движемся, тем вот у людей много вот проблем, много уже у людей начали к психологам ходить и так далее. Психологи тоже разные бывают. Бывают такие психологи, которые правильно объясняют, которые вот именно человеку объясняют, показывают, что именно в нем проблема. Если он свою проблему не признает, как Аллах в Коране об этом говорит, тогда у него проблема не решится. Бывают другие психологи, которые говорят, вот ты молодец, ты самый хороший, вот твой муж виноват, либо мужу говорят, твоя жена нехорошая, надо тебе другую жену искать и так далее. Им это делают, как бы, да, вот их поддерживают, а это все больше и больше вызывает в их сердце претендентство перед Всевышним Аллахом, которые не соответствуют Корану и хадису, у которых акида неправильна, такие психологи тоже бывают. Поэтому вот много вот таких вот проблем, а то, что получилось, из-за этого вот мы сегодня вот здесь собрались, чтобы научиться, как нужно правильно выходить из положения. У меня у самого тоже было немало проблем, вот как я родился, вот до этого дня было немало проблем. Это были и войны, где я жил, и в Чечне я жил, и в Ботлевском районе, и там были войны, и учился в интернате, особо много родителей не видел. Вот такая жизнь была такая нелегкая. И вот много проблем, когда я видел, и со здоровьем были проблемы, и материальные были проблемы. Вот эти все мои проблемы, коротко говоря, решил один хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит «Дикруль амбия и миналь ибада, дикру салихинна магфирату дунуб, дикруль маути садака». Если, говорит, человек будет вспоминать пророков, то это, говорит, ему запишется как ибадат, как поклонение. А вот человек, он... Что, поклонение — это что такое? Когда человек, он Аллаха вспоминает. Без поминания Аллаха намаз, он тоже поклонением не считается. Именно вот чтобы поклонение считалось поклонением, это должно сопровождаться поминанием Аллаха. Зикру должно быть. Именно вот. Если человек, он... Вот может сердцем вспомнить пророку Всевышнего Аллаха, вот непроизвольно, все время у него в сердце пророки, тогда, говорит, этот человек постоянно ибадатом занимающимся человеком является. Хоть он там таких поклонений не совершает, просто он 5 намазов фарз выполняет, месяц Рамадан уразу держит, хадж поехал, суннат ничего не делает, просто у него в сердце пророки, этот человек 24 часа в сутки, этот человек, он является поклоняющимся человеком. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, этот хадис передает имам Суюти, имам Дайлями, имам Хаким. Вспоминать праведных людей, не пророков, уже дальше, которые идут, вот эти вот шейхи, там, имамы мазхабу и так далее, вот праведных людей, если мы будем вспоминать, это прощение наших грехов. Автоматически человек, даже если не говорит, о Аллах, прости мои грехи, он когда вспоминает хороших людей, с его сердца вот эта вот грязь, любовь к мирскому, вот это все, вот это грехи, в общем, невидимые грехи, претендентство и так далее, обиды, это все само по себе, оно уходит, оно сливаться начинает. А вспомнить о смерти, говорит пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это говорит садака. Мы знаем, когда человек садака делает, Аллах его имущество увеличивает. Кто даст, допустим, 1000 рублей на пути ислама, вот, вообще вот, на пользу нуждающихся людей, Аллах ему 10 однозначно вернет. 10 раз больше Аллах возвращает. Но бывают люди, у кого нет денег, чтобы садака делать. Вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто будет о смерти вспоминать, этот человек, он будет получать вознаграждение, как будто он садака сделал.
Смерть – это как духовная лопата. Вот как вот шахтер бывает, вот в шахте он, или вот уголь, например, когда нужно вот испорченный уголь, который уже выгорел, его же нужно вот совком выкинуть же нужно. Вот эта смерть – это образный совок, который из нашего сердца вот эту вот грязь, любовь к мирскому, которую вытаскивает и выкидывает. Когда человек реально утром и вечером он сидит и вспоминает осознанно о смерти. Не просто вот тут ангел смерти пришел, потом меня помыли, потом положили в могилу. Это уже как бы адат превращается. Вот это вот чтобы реальные обстановки мы создавали. Едем, например, вот, и вот навстречу машина выехала, например, сбила насмерть. Вот такой случай, например, представили, что вот реально мы вот попали там куда-то в ГЭС, например, черкесские там упали, например, когда на отдыхе были, и все, выбраться не можем. Там в море утонули, вот такие вот реальные обстановки, если мы будем создавать, вот эта вот смерть, вот вспоминание о смерти из нашего сердца убирает любовь к мирскому, и это мирское, оно к нам начинает идти, оно тянется к нам. И вот человеку, вот Всевышний Аллах, почему вот записывает вознаграждение, что вот он, вот, ну, почему Аллах ему имущество увеличивает, когда он садака делает? Потому что он... Вот из-за того, что он расстается с имуществом, он работает против своих этих плотских желаний. Нафс говорит, давай будем копить. Он хочет не на Аллаха надеяться, именно на какую-то сумму надеяться. 500 тысяч накопил, миллион накопил, 2 миллиона, вот цифра. И он раз начал копить, он не хочет, чтобы она меньше становилась. Его нафс говорит, зачем на Аллаха надеяться? Давай лучше на эту цифру будем надеяться. И человек, который говорит... Нет, нафс, ты меня хочешь обмануть. Аллах в Коране сказал, «Ва ман ятаваккаль аля Аллахи, фахуа хасбу». Кто будет полагаться на Всевышнего Аллаха, Аллах ему достаточен. Не обязательно, чтобы у него были деньги и так далее. Аллах даст ему, когда нужно будет. Этот человек, когда будет отдавать, специально, чтобы научиться полагаться на Всевышнего Аллаха, вот за это очищение души Всевышний Аллах ему ризк увеличивает. Почему? Потому что Аллах видит, он на эти деньги полагаться не будет. Эти деньги его не испортят. И вот за это Аллах ему больше и больше имущества дает. Вот такой же эффект бывает, когда человек о смерти думает. Тоже человек перестает полагаться на то, что он заработал. И вот человек, он сидит после утреннего намаза, вспоминает реально о смерти, вспоминает, он уже мысленно расстался с этим миром, с детьми, с имуществом, с властью и так далее. Потом он уже переходит на второй этап «дикру салихин» – вспоминать о праведных людях. Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, вспоминать о праведных людях является прощением грехов. И вот мы вот так вот сидим, и непроизвольно наши грехи вот так смываются. То есть беды, которые к нам должны были прийти в виде долгов и так далее, все эти проблемы, они автоматом они уходят. Вот самая, например, проблема нашего времени, как я слышу, ко мне, например, приходят много женщин, которые говорят, муж внимания, говорит, не делает. Это самая, видимо, большая роскошь для женщины. Я-то не знаю, но вот так, я так понял, да, вот когда вот многие приходят, им плохо, и жить не хочу, говорят, умереть хочу, муж, говорит, не любит и так далее. И вот эта вот проблема, которая назревала без внимания мужа, это автоматом уходит, когда мы хороших людей вспоминаем. Но мы не можем хороших людей вспоминать, когда у нас в сердце любовь к мирскому будет. Поэтому мы о смерти вспоминаем, убираем любовь к мирскому, и тут мы вспоминаем о праведных людях. Их состояние, о ком мы думаем, оно к нам переходит. Утром 15 минут, вечером 15 минут, если мы будем вспоминать либо Сайфулла Кади, либо Махмуд Афанди, они от Аллаха на миг не отвлекаются, они знают, что все Аллаху принадлежит, что все счастье находится у Аллаха, все величие у Аллаха находится. И вот утром и вечером, если мы по 15 минут, как Хасан Афанди Кудиссиру говорит, минимум четверть часа, говорит, нужно сидеть на рабита, тогда вот их состояние к нам заходит, и на целый день нам это хватает взгляда. На уровне подсознания мы не видим, что нам кто-то навредил или кто-то пользу смог принести, кроме как один Всевышний Аллах. У нас обиды не бывает, ничего не бывает. А потом, когда вот мы это все уже смогли сделать, уже мы выходим на уровень ибадата. Вы эту историю, наверное, слышали, когда Абу-Бакр, радиаллаху анху, он спросил, о, хамдаля, говорит, как твое положение, как твои дела? Хамдаля говорит, о, Абу-Бакр, я, говорит, мунафиком, говорит, стал. Он говорит, как ты это понял? Я, говорит, когда бываю рядом с посланником Аллаха,
У меня, говорят, такое состояние, как будто перед моими глазами рай, ад. То есть все, что Аллах скрыл, вот все, я говорю, сердцем вижу в таком состоянии, как будто я в ахирате нахожусь. А когда, говорят, я прихожу к своей семье там, и так далее, когда уже вот бытовыми делами заниматься начинаю, я, говорят, обо всем забываю, я, говорят, мунафиком стал. И Абу Бакр, радиаллаху анху, говорит, у меня тоже, говорят, такое же состояние бывает. Ну-ка, пойдем, говорит, к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и у него спросим, вот, ну, диагноз, чтобы он нам поставил, мы мунафики или вообще из-за чего все такое происходит. Тогда, когда они пришли, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, если бы вы в отсутствии меня были бы в таком же состоянии, как бываете рядом со мной, вот это вот, вот это ангел, это, то есть вот этот вот ахират видите и так далее, и так далее, вас бы, говорят, ангелы начали приветствовать. То есть вы, когда ходите по улицам, видели бы, как ангелы вам салам дают, ангелы начали бы за вас прощение просить. Ни один грех у нас не получилось бы совершить, если бы ангелы постоянно за нас просили бы у Всевышнего Аллаха прощения. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, их успокоил, они мунафиками, говорят, не являются, это нормальное состояние человека. Рядом со мной, когда вы бываете, вот так это должно быть. Без меня, вот так должно быть. Если бы рядом со мной и без меня вы были бы в одинаковом состоянии, то у вас было бы такое состояние. Хамдаля, он успокоился, он вот такой довольный ушел, все, альхамдуля, я говорю, не мунафик, он для себя вытащил оттуда знание, пользу и ушел с одной информацией. А Абу Бакр, радиаллаху анху, он с другой информацией ушел. Он подумал, раз посланник Аллаха говорит, что если мы будем находиться в отсутствии пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть если бы мы находились рядом, когда бываем с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в таком же состоянии, как мы рядом с ним бываем, в отсутствии него тоже были бы, он понял, что ему нужно постоянно думать о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, находиться хоть в отсутствии посланника Аллаха, как будто он рядом с ним находится. Он начал рабить делать постоянно. Открытыми глазами, закрытыми глазами, что бы он ни делал, он начал представлять себя рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Для чего? Для того, чтобы достичь того же состояния, которое у них бывает рядом с посланником Аллаха. И настолько он увлекся этим делом, что когда он заходил в туалет, он говорит, перед ним бывал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он закрывал глаза, все равно посланник Аллаха его не покидал. Ему уже стыдно бывало в туалет заходить. Вот настолько он рабит вот начал. Вот из-за этого Абу Бакр стал тем, кем он стал. Поэтому вот в наше сердце постоянно поступает какая-то информация. Информация именно того человека, о ком мы думаем. Состояние того, о ком мы думаем. Если женщина постоянно о муже думает, мужа, например, дунял любит, однозначно в ее сердце будет приходить любовь к мирскому, эти обиды и все другое. Вот то, что в его сердце будет, в ее сердце тоже будет. И вот я когда, вот уже сколько лет я как в тарикат вступил, я первый раз ходил к Саиду Афанди Кудиссирогу. Вот столько лет, вот будучи в тарикат, я, например, эти вещи не понимал. Просто вот я знал, что рабиту надо делать, вирды надо делать, и как на автомате все это было. Но когда у меня уже серьезные проблемы начались, когда мне уже вот неинтересно было на этой земле находиться, жить, когда я уже хотел дуа делать, чтобы Аллах меня отсюда забрал, вот тогда я уже начал готовиться, начал реально, осознанно. Я понимал, что мне вот эти вот фикхи, книги, то, что я вот это делаю, вот это все мне не поможет. Мне нужно именно вот душевное, вот именно вот состояние хорошее, чтобы я был готов ко встрече со Всевышним Аллахом. Тогда я начал делать как положено, осознанно, начал вирды начал делать, особенно рабита. И вот тогда у меня вот настроение появилось, вот здоровье мое улучшилось. Все, вот я вот почти полтора года я с тростью ходил, и мне врачи даже диагноз не могли поставить. Я уже был убежден, что больше уже я не смогу спортом заниматься и так далее. Я думал, что все, уже я буду всю жизнь с тростью ходить. Рабиту сделал, врачи даже не понадобились. Все, вот колено вылечилось. Вот все Аллах вернул, со всех сторон Аллах мне все дал. Из-за чего? Из-за рабита. Поэтому вот другие моменты, вот эти вот психологические моменты на один, на два дня хватает. Сейчас вот мы посидели, поговорили, все вот это на может один день, два дня нам хватит, нам амал нужно делать, чтобы вот этот вот наш маджлис, от него был эффект.
Нам нужно, как бы нам тяжело не было, нам нужно амал нужно делать. Вот у меня как, например, бывает, если после утренней молитвы или после предзакатной молитвы меня, например, ждут 100 человек, там милиция, например, меня на улице ждет. Это, кто бы меня ни ждал, я Мухаммад афенди куддисе сирруху ждать не имею права заставлять. Это для меня самая главная проблема. У меня не бывает других проблем, кроме как нормально работу сделать. Оставшиеся проблемы вообще это пустяк для меня. И вот как раз позавчера мне один человек рассказывал, Курам Мухаммад говорит, рахимахуллах, когда был у Саида афенди куддисе сирруху, он говорит, самовар, говорит, открыл перед ним стакан, поставил, и вот так говорит, четверть стакана, говорит, когда этот набрался, он сказал, это, говорит, 15 минут работа. Потом, говорит, он еще самовар открыл, когда вот половина, говорит, стакан набрался, он сказал, это 30 минут работа. Потом еще открыл, это, говорит, 45 минут работа, потом заполнил, это, говорит, час работа. Вот час работа. Потом, говорит, он еще открыл, и вот этот, говорит, чай начал выливаться сверху. Нам, говорят, вот это вот нужно, чтобы оно выливалось постоянно, вот так вот текло и текло в наше сердце, состояние тех праведных людей, которые от Аллаха не отвлекаются. На этой земле однозначно проблемы решаются. Вот Мухаммад афенди куддисе сирруху говорит, невозможно, чтобы были у накшбандийского мурида мирские проблемы. Это вообще реально невозможная вещь. Это 100%. А нам же это не главное, чтобы на этой земле, чтобы у нас все было хорошо. Вот представьте себе, вот все было у нас хорошо, а потом мы постарели. Я вот когда вот помню, в одном селе каждый день, я когда вот так проходил, там русские женщины сидели, бабушки такие, лет под 70, под 80, и вот я на них смотрел всегда. Я думал, вот они же скоро умрут. Вот у них что интересно сейчас в голове? Они не боятся, что ли, что они умрут? Там что интересно ждет? По сути, нам же, вот как мусульманам, нужно же к ахирату нужно готовиться. Даже вот недавно был экзамен по хаджу, и там был такой момент, вопрос. Если вдруг в Мекке, говорят, вы что-то такое красивое, необычное увидите, что, говорят, нужно говорить, какие слова нужно произносить? Вот, например, часы вот на фоне Каабы построили, вот все люди на часы от Каабы отвлеклись. И другие какие-то красивые моменты в Мекке. В Мекке, где вот за каждую мысль Аллах 100 тысяч вознаграждений записывает, в таком чистом месте, там нужно говорить слова «Лябайка, инна л'айша, айшу л'ахира». «О Аллах, я перед тобой, я не перед этими часами, не перед этой красотой, вот я сердцем перед тобой». И настоящая жизнь – это, говорит, ахиратская жизнь. На этой земле нет ничего. Даже если это все красивое, например, чуть-чуть настроение дает, мне это настроение не дает. Пускай кому-то оно дает, неверующим людям. Я верю в ахират, и вот настоящая жизнь там она находится. Мы должны все время быть готовыми ко встрече со Всевышним Аллахом. Вот с этим намерением нужно жить. На первое место нужно религию поставить. Вот не так, как это. Я не говорю, что вот мы религиозные люди. Я же это все не говорю с точки зрения религии. Просто как мусульманин, это образ жизни. Вот как у мирских людей, у обычного мирского человека. Я тоже мирской человек. Просто вот я сегодня занимаюсь именно этой деятельностью. Мне Аллах дал возможность принести пользу, именно рассказывая Коран, хадис, вот рассказывая шариатские книги. Это не значит, что я религиозный человек. Это просто вот, это моя профессия. У каждого вот здесь вот, кто сидит, есть тоже профессия. И этот каждый человек, если намерение сделает людям просто помочь, не зарплату получить и так далее, за это Всевышний Аллах ему как религию записывает его всю эту жизнь. Не бывает, чтобы человек там имамом был, там алимом был, устаром был, что ему там он религиозный человек, а кто, например, является автоэлектриком или там преподавателем по математике, чтобы он не был религиозным человеком, такого не бывает. Это все от нашего намерения зависит. Тот человек, который исполнит одну нужду брата или сестры мусульманки, просто одну проблему, которую решит, посланник Аллаха говорит, саллиллаху алейхи вассалям, этому человеку Аллах вознаграждение двухмесячного и'тикафа в моей мечети в Медине. Вот столько вознаграждений записывает. Вот вы представьте себе 10 тысяч раз вознаграждение, в 10 тысяч раз больше будет вознаграждение, если мы совершим что-нибудь хорошее в Медине, в мечети Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот 10 тысяч раз намаз в Дагестане совершить, это же не так легко. Вот там один намаз, если мы совершаем, как будто мы в Дагестане 10 тысяч намазов совершили, такое вознаграждение там бывает.
Вот представьте, вот два месяца человек каждый день уразу держит, на пять джамаат намазу ходит, садака делает, два месяца беспрерывного ибадата. Вот столько Аллах записывает человеку, который просто бескорыстно любого брата мусульманина или сестры мусульманки проблему решил. Просто помог ему сумку перенести, там куда-то отвез, просто улыбку нарисовал на его лице. Что бы он ни сделал, вот такое вознаграждение бывает. А если у человека намерение там деньги получать за какую-то зарплату, ему это вознаграждение уже не бывает. Поэтому и так Аллах нам ризки предписал. Что бы мы ни делали, нас наше оно не обойдет. Нам же вот выгодно, чтобы вот мы вознаграждение получали, чтобы постоянно баракат уже чтобы был. Вот намерение давайте сделаем, что с этого дня мы не будем смотреть это на ризке, мы не будем сомневаться в том предопределении, которое Аллах уже нам обещал. Аллах говорит, «Нахну касамна байнаху маишатам фил хаяти дунья». Я уже распределил, говорит, между ними их земной удел. Уже все Аллах уже определил, каждому сколько что достанется. Раз это уже определил, тогда намерение сделаем, за это переживать не будем. Но чтобы это намерение было исполнено, чтобы Аллах нам поддержку оказал, для этого нам сердце нужно. Сердце какое? Именно которое вот впитывает в себя состояние тех, которые уповают на Всевышнего Аллаха, как Махмуд Афанди, как Сайф Лакаде. Вот когда вы, будучи в тариқате, вот именно вот женский пол, вы когда на самом деле, как положено, правильно начнете делать вирды, вот одна вот, вот девушка, которая здесь вот сидит, когда как положено, с правильным намерением жить начнет, Дунял тоже пускай делает, просто вот на первое место внутренний ахират поставит, 100 ваххабисток, они тариқат вступят, 100%. Даже дава делать не надо, ничего делать не надо. Это все вот от нас зависит. Либо мы вредим обществу, либо от нас общество польза будет. Дай Аллах нам понимание. Вальхамду лиллях раббиль алямин. Если вопросы, задавайте. После говор Саида Афанди Кудиссируху, она перешла к Ахмаду Афанди Кудиссируху, и той любви, которая была к Саида Афанди, уже говорит, она не испытывает к Ахмаду Афанди. Что говорит, нужен долг, она переживает. Вот. Это же на самом деле у многих такая проблема есть. Вот есть такие люди, муътазилиты. Это очень заблудшее течение. Про них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Аль-Кадариету маджусу хадихи л-умма». Кадариты, муътазилиты, они являются огнепоклонниками этой уммы. Огнепоклонниками. Почему? Потому что они считают, что Аллах наделил творение какими-то свойствами, какими-то возможностями, и эти творения, они сами что-то дальше делают без воли Аллаха. То есть Аллах вложил в этот стол какую-то силу, чтобы она поддерживала, например, телефон можно поставить. Не Аллах создает ежесекундно поддержку для этого стола, для этого телефона, а стол сам по себе крепкий такой. Или вот микрофон. Вот Аллах вложил в микрофон какую-то силу, и сейчас вот не Аллах создает, а вот микрофон сам, либо человек. Вот такой взгляд был заблудший у муътазилитов. Вот у них был такой взгляд, что Всевышний Аллах дал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, пророчество не по своей милости, а потому что Аллах был обязан ему дать, потому что не было как пророка достойных людей, чтобы быть пророком. Он был лучшим человеком, и смотря на его нрав, на его характер, Аллах был вынужден подстроиться под его нрав, и тогда Аллах ему дал пророчество. А Ахлю Сунна валь Джамаа что говорит? Если бы Всевышний Аллах дал пророчество Абу Бакру, тогда мы говорили бы Абу Бакр, саллиллаху алейхи вассалям, или Умар, саллиллаху алейхи вассалям, не Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. У нас нет такого прямого взгляда, прямой любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Мы говорим, о Аллах, нам как относиться к человеку, который зовут Мухаммад? Аллах говорит, он мой посланник, любите его больше, чем всех. Все, Аллах, как ты говоришь, так и будем делать. Не от того, что нам он подходит, нам он нравится из-за его каких-то качеств.
просто от того, что Аллах нам повелевает, как нужно намаз совершать. Намаз, например, человек тоже не хочет совершать, на утро намаз вставать. Он садака делать не хочет. Но хочет, не хочет, Аллах-то хочет. Аллах же повелевает это все делать. Поэтому вот у человека, человек должен над собой работу делать. Если бы Всевышний Аллах сделал Абу Джахля, например, пророком, он же был бы пророком. Но Аллах не захотел. Нам разницы нету. У нас нету такого прямого подхода к любому материалу, к родителям, к детям. Они все в первую очередь Аллаху принадлежат. Вот если бы Саид Афанди Кудиссиру Аллах не сделал бы устазом, он не был бы устазом. Но Аллах захотел, именно его выбрал и ему дал. Саид Афанди Кудиссиру приходил к батловскому устазу Кудиссиру и говорил, вот Нечаевский Кудиев, говорит Кудиссиру, Меселюсу Мухаммад Афанди, на меня, говорит, возложил, мне говорит, чтобы я был устаром, мне Амру говорил, чтобы я вирды давал. Он плакал, говорит, приходил, а я, говорит, недостоин этого. Если ты, говорит, скажешь, он батловскому устазу говорит, чтобы он это мне не давал, он тебя послушается, говорит, меня он не слушается. И Бахтул Кудиев Кудиссиру говорит, если бы, говорит, это от нас зависело, если бы вот тогда, говорит, я бы, говорит, своим детям это дал бы, говорит, это же не мы выбираем, это Аллах, кого хочет, того и выбирает. Тот Аллах, который сделал Саида Афанди Кудиссиру таким чистым, хорошим человеком, тот же самый Аллах же сделал Ахмад Афанди Кудиссиру таким же человеком. Саид Афанди Кудиссиру говорил, мулла Мухаммад Афанди Кудиссиру из Закаталлы, который, вот это я, говорит, если мой акл, мою мудрость, твой акл, твою мудрость, и вот всех вот этих мудрых, умных людей в мире, вот этих вот и неверующих и так далее, всех акл, мудрость вместе собрать, на одну чашу весов положить, на другую чашу Ахмад акл положить, пока он еще он старым не был, Ахмад акл, говорит, перевесит. Скоро, говорит, о нем увидите, весь мир, говорит, о нем услышит об Ахмаде Афанди Кудиссиру. Поэтому это надо таубу надо делать, надо просто вирды нужно делать. И вот тогда это все, вот когда вот человек вирды рабитву делает, из его сердца вот эти вот неправильные вещи, материальная любовь, видимо, у этого человека Саида Афанди, не такая любовь, как устазу. Устаз на втором плане, не устарли, а вот именно вот его такой хороший, такой дедушка, такой приятный, такой и так далее. Может, он понравился, а устарли на втором месте. Если бы устарли на первом месте было бы, то же самое устарли, что в сердце Саида Афанди было, оно же сердце Ахмада Афанди. Он же все так к нему передал. Какая разница? Нам же устарли нужен, нам же ахират нужен, нам же не дунял нужен. Поэтому пусть рабит вещи делает и попросит Аллаха. Непосредственно в рабита представляет смерть, да, вопрос. Все, что мы перечисляем в намерении, стоит представлять в рабита или после вступления в него, нужно сердце направить к Аллаху через устазы и все. Вот там уже написано на листке, как это нужно делать. Мы шахаду читаем, 25 астагфируллах, алхам, три кулху, и потом вознаграждение даем пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижникам и всем устазам Нахшбандийского тариката. От этого, вот в этот момент, насколько человек в хузуре находится, шахаду читает осознанно, астагфируллах 25 раз осознанно говорит, он каждого устара, о Аллах, дай вознаграждение пророку, Абу Бакру, Али, Умару. Вот им, насколько он в хузуре это делает, настолько в хузуре у него рабита проходит. Насколько он так вот, чисто вот так вот, языком так делает, так вот, без хузура, ашхаду алла илляха, то как-то говорит, и потом в рабиту садится, напрягаясь, у него рабита нормально вперед не пойдет. От предисловия зависит, как это, весь рабита будет идти. Как он закончил дуа делать, потом уже он начинает представлять смерть. Он представил смерть, там, это, на это может 30 секунд уйдет, может полторы минуты уйдет. Вот, надо просто вот реально вот вызвать отвращение к этому миру. Вот реальную обстановку нужно создать, что вот ты умер. Потом, уже после этого, мы вот в сердце Аллаха, вот как вот надпись же бывает Аллах, вот так вот представляем сердце Аллаха и уже направляем взор Махмуда Афанди либо Сайфула Кади, что из его сердца, в наше сердце идет, течет файз. Файз – это знание о Всевышнем Аллахе. Как я вот из уст в уста вам что-то рассказываю, вы слушаете, например, ушами, потом до сердца доходит. Это вот такая вот, вот система передачи информации. Есть другая система. Из сердца в сердце. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ма саба Аллаху фи садри шайан, илля ва сабабту фи садри Аби Бакрин». Все, что Аллах вложил, говорит, в мое сердце, это все я вложил в сердце Абу Бакра. Не из уст в уста, а именно из сердца в сердце. Вот
Махмуд Афанди, он Аллаха знает. Он будет нам 15-20 минут урок ставить про Всевышнего Аллаха. Лекция у него будет утром и вечером. Он будет нам объяснять, кто такой Всевышний Аллах. Он знает, мы не знаем. И вот мы представляем в таком состоянии чисто Махмуд Афанди, думаем. Вот мы представляем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после него Абу Бакр, Салман, Касим, весь круг вот так идет, Халича Абадади и Махмуд Афанди. Кто-то говорит, почему справа от Махмуда Афанди пророк, а справа он не бывает. От пророка начинается все. Вот весь круг вот так вот идет, и на Махмуда Афанди заканчивается. Между пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и между Махмудом Афанди, чуть-чуть сзади них, между их плечами, своего живого духовного наставника представляем. Ахмад Афанди Кудусиру. Вот так, в общем, так вот. А так, дальше уже основной акцент делаем на Махмуда Афанди, что из его сердца, в наше сердце течет либо вода, либо свет, как угодно, разные образы можно представлять. Главное, чтобы мы концентрировались именно на этом моменте, чтобы мы не отвлекались. Пока мы о Махмуде Афанди думаем, вот его состояние, оно автоматически к нам переходит, и зикры, и все другое. Потом, когда заканчивается вот наша рабита, после этого мы вот так вот дыхание задерживаем, и вот так вот сидим на вукуфе. Вот так вот, уже вот это состояние, которое к нам перешло, на это уже концентрацию делаем. Три, либо пять, либо семь вот таких вот вдохов, вот так минимум три, вот так вот, ну там вообще желательно долго сидеть на вукуфе. Вот этого состояния, это уже как плод мы собираем. Если человек, говорит, в течение всего года медом занимался, там их кормил пчел, там туда перевозил, сюда перевозил, все, мед уже добыл, на стол положил, и если мед человек не покушал, ушел, это пример того, кто рабиту сделал, но вукуф, который не сделал. Пользы, говорит, не будет от рабита. Это Мухаммад Ариф Афанди Кудусиру говорит. Абдур-Рахман Иль-Асави Кудусиру говорил, оказывается, Хасан Афанди Кудусиру жене, старайся, говорит, постоянно по мере возможности в рабитан находиться. Многие, говорят, муриды, которые достигли уровня мураккаба, которые все чуть ли уровень тариката не закончили, они от тариката пользу не получили, потому что на рабита сидеть не могут. Вот без рабита вот эта вирда особо нам пользы даже не дает. Вот. Вот поняли, да, как нужно делать? Вот наша цель. Мы именно наша цель Всевышний Аллах, чтобы Аллах в сердце был. Для этого это все мы делаем. И о смерти вспоминаем, и рабиту делаем в конце, чтобы мы были довольны, что вот уже видим, как Аллах все предопределяет. Сердце само уже видит. Мы видим маслахат, мудрость, все обиды уходят, все потом вот на месте становится. Угу. Но они зовут тебя в гости, и ты стараешься, ты понимаешь, что если ты пойдешь туда, тебе придется, ну, и общаться, и где-то что-то там, чай выпить, и все такое. И ты в этот момент сама себе говоришь, допустим, я не хочу туда идти, моя душа не тянет туда. Я понимаю, что у меня может мало испортиться. В то же время я думаю, а не проявляю ли я гордость, и не пытаюсь ли я думать о себе, что я такая высокомерная о себе, что я чистая, а я вот не иду к ним, потому что я там хаосу испортил. Я проявляю негативность в этот момент. Нам же в шариате прямо сказано, вы говорите, смотрите, с кем дружите. Человека состояние непроизвольно переходит и так далее. Много же про это сказано. Вы же, следуя велению шариата, чтобы на вас плохой хал, чтобы не перешел, вы же для этого все это делаете. Там нет никаких проблем. Но лучше будет пойти к таким людям в гости и аккуратно, красиво объяснить вот, о достоинстве еды, омовении там, и так далее, и так далее. Вот так дават лучше будет делать. Чем вот так на стороне оставаться, зарабить то, что мы делаем, оно же нам пользу должно давать. Ну да, им нужно объяснять. Надо приходить им объяснять, что то, что вы говорите про муфтия, это на самом деле не так. Пусть они обоснуют, что бы там ни было. Надо, чтобы конкретно обоснованно они говорили. Человек хазур. Сохранить себя, понятно, что беда, там все такое вообще. Но как от этого себя уберечь, это все. Хазур, человек, например, удовольствие человек от рабита получает тогда, когда он видит Аллаха Творцом этого всего.
Потом, когда человек уже начинает заигрываться, думает уже, он сам такой хороший, вот у меня как хорошо получается хузур, и он уже людям рассказывать начинает. Он почему людям рассказывает? Он же людям не рассказывает, у кого-то там хузур хороший, там у кого-то рабита хорошо получается. Он рассказывает о своем состоянии. Для чего? Для того, чтобы удовольствие получить от взгляда этих людей. Вот люди сейчас будут думать, что вот я такой хороший человек. И вот за это удовольствие, которое человек получил, за эту наркоманию, он платой что является? Потерять то удовольствие, которое человек получал во время рабита. Поэтому пока человек он будет видеть Аллаха творцом его благих деяний, себя недостойным для рабита, для хузура, как вот здесь вот мы вначале говорили, у него хузур всегда у него будет. А когда Аллах видит, будет в сердце, что этот человек, он считает себя таким рабита делающим, таким муридом, чистым, омойни, который кушает, у него гордость только больше и больше у него будет расти. Люди в основном в наше время, так вот грубо говоря, вот на таком языке это кайфует, можно сказать. Одни ибадат делают, другие с внешней стороны. Одни явные грехи делают, вот так они удовольствие получают. А другие, именно ибадат делая, они видят себя такими чистыми людьми и так далее, а других людей они грязными видят. Одни с этой стороны этот грехи делают, как Иблис делал, другие явно грехи делают. А чтобы человек был, вот, в ком объединились два момента, чтобы он и внутренне постоянно чувствовал нужду, как и внешнюю, вот именно перед Всевышним Аллахом, таких мало бывает. Но это такие особенные люди. Вот у таких людей бывает что-то, у них получается в тариқате. А у людей, которые думают, что они такие чистые люди там, и так далее, у этих людей, сколько бы они вирды ни делали, у них не бывает там, пользы не бывает особой. А как будет когда вот мы видим других людей, которые ибадат не делают нормально, если мы на них злимся, если мы их упрекаем, значит, это от Иблиса наше состояние. Когда мы с других людей, которые плохо себя ведут, неправильно себя ведут, мы их лучше, чем себя видим, значит, это от Аллаха состояние, которое у нас хорошее состояние. Допустим, мы вас послушали, мы сделали для себя выводы. Мы хотим вот, зажгли сердца для рабита, допустим, зажгли сердца для движения к Аллаху. Но по итогу мы получаемся такими людьми, где мы пошли к врачу, рецепт нам выписали, все сделали, даже лекарства купили. А по итогу пришли домой, начали делать лечение и забросили. И вот этот уровень ответственности очень сильно сегодня, ну, ко мне когда обращаются даже с вопросами рабита и так далее, я замечаю, что человек не может взять на себя эту ответственность. Что-то его постоянно держит. Я не понимаю, что именно держит. То же самое вот в рабита и так далее. Человек хочет это делать, но он понимает, что это все правда. Он понимает, что это и есть его спасение, это и есть то, ради чего он создан в этом мире. Но в какой-то момент постоянно вот эта слабость есть, он ощущает, как его отбрасывает. И как муж дуа делает, я не знаю, как от этого всего себя остеречь? Нет, это же эта проблема не только в рабита, не только же в тариқатовском направлении, это ихсан, например, даже вот есть линия ихсан. Сколько есть людей, которые знают, что нужно намаз совершать, но их тоже что-то держит от намаза, правильно же? Потом кто-то, допустим, он учится в светском вузе, например, ему лень будет на уроки ходить. Это все, они же есть на самом деле, это проблема. Вот проблема одна. Вот отсутствие понимания какого-то направления превращается в лень. Это вещь ленью называется. Лень вообще не бывает. Вот бывает человек, допустим, который очень сильно спать любит. Его называют лентяем. Но если он этот научится играть в компьютерные игры, он может 2 сутки подряд не спать. Вот это вот сон, он уходит. Из-за чего? Из-за того, что он, чем сон, уже больше познал компьютерные игры. Вот начнет это делать. Вот это вот его амал, он пробьет дорогу именно к пониманию, что такое рабита. И тогда он автоматически это оставит, уже не сможет.
Вот есть такое вот правило. Человек говорит, поднялся на какой-то высокий уровень только из-за того, что он адаб делал по отношению к чему-то. И он говорит, упал с какого-то положения только потому, что адаб оставил. Что такое адаб? Допустим, у меня два сына. Один сын, он, допустим, меня любит, а другой сын мою жену, например, любит. Я люблю спорт, она спорт не любит. И вот мое состояние к нему переходит, ее состояние к нему другому переходит. Я их обоих устроил на вольную борьбу. И вот ходят они, оба не хотят тренироваться. Вот бывает же, это первый раз, когда человек в спортзал приходит, как ему тяжело будет, прием отработать не может он. Там столько потеть приходится, тренер скакалка бьет, столько вот проблем бывает. И вот два сына вместе, у них одинаковый талант, все одинаковое. И вот один сын, который меня, который любит, который меня на самом деле внутренне уважает, адаб не делает, хоть не получается, он ни одну тренировку не пропустит, он не будет искать мудрость, для чего я его на борьбу отправил. Он-то не понимает вообще, для чего вообще это все это. А тот другой, который внутри ко мне адаб не делает, он, например, жену, например, любит, ее, например, вот интерес в его сердце, он будет технично будет тренировки пропускать. Где-то он будет там сочковать, тренироваться. Ну, вот нормально он не будет это делать. Потом год проходит, чемпионат города по вольной борьбе, который меня, который уважал, он стал чемпионом города, на его шее медаль одели, а тот другой никем не стал. Потом класс они заходят, этого, который меня уважает, его там одноклассники, все его уважают. Он думает, вот, за что все такое? И он тогда понимает, вот оказывается, мой отец для чего меня отправлял на борьбу, я-то не понимал. Меня, оказывается, мой отец хотел довести до какого-то уровня. И мой адаб, даже я не понимал мудрость, хоть мне было неприятно, просто адаб от того, что я делал, хочу я этого или не хочу, меня довел до такого состояния, что люди меня начали уважать. А тот другой будет завидовать потом. Почему? Потому что он же мне адаб не делал. Он вот так сочковал, и он потом будет думать, вот я его не люблю, я ему внимания не делаю, я того сына люблю, который чемпионом стал, все время будет, жене будет жаловаться, что я такой нехороший отец и так далее. А на самом деле он же мне адаб не сделал. Вот у муридов то же самое бывает. Бывают муриды, которые адаб у стару делая, хоть у них там болезнь, хоть у них проблема, что бы ни было, когда время приходит, они на первое место вирды ставят, они адаб делают. А бывают такие муриды, которые адаб не сделали, они везде мудрость ищут. Они говорят, ну мне же сейчас такое положение, я же на работу должен пойти, сейчас как я буду работу делать и так далее. Они адаб не делают. Они не видят вот мудрости в том, что они должны вот эти вот свои дела оставив, вот непонятно что, вот на работе сидеть. Не поймешь, для чего на работе сидишь. Они адаб не сделали устазу своему. У них не был иатикадного устаза, и они упали, они никем не стали. Потом они завидовать начинают, нормальным людям завидовать начинают. Против них работать начинают, даже муриды между собой, у них потом война потом начинается. У тех, кто адаб не сделал, по отношению к тем, кто адаб сделал, у них потом ненависть, вот такая каша потом бывает. Поэтому там такого нет определенного такого ответа, чтобы сказать, вот это ведь надо делать. Надо просто... Как бы нам тяжело не было вот самим себе вот поставить задачу, вот все. Это время, оно только у старого принадлежит. Здесь я не буду ничего делать, только я буду работу делать. Поняли же, да? Здесь, по-моему, много вопросов. Сейчас нам ехать тоже надо. Сейчас еще один вопрос это сделаем. Потом, иншаллах, рахман, если Аллах даст, потом через месяц еще раз можно будет увидеться. Что делать, если когда ты делаешь работу, не можешь четко шейха представить? Все разные мысли приходят в голову, и образ шейха не собирается в голове. И как правильно вукуф делать? Повторите, пожалуйста. Вот образ шейха, Саид Афанди Кудисиру говорит, устаза лицо не нужно представлять. Саиф Лакади там или Махмуд Афанди. Наша задача просто быть убежденным в том, что они перед нами находятся, и все. Если, допустим, сейчас все вы глаза, например, закроете, вы меня не будете видеть, вы же знаете, что я здесь сижу, правильно же? Вам же не мешает невидение меня принимать от меня информацию. Вы же не глазами информацию принимаете, а ушами принимаете. Вот так же, когда вы убеждены в том, что перед вами сидят эти устазы, хоть солнце представьте, как будто перед вами находится, и этот солнечный лучик в ваше сердце залетает. Вот что бы вы ни представили,
Главное, чтобы вы не отвлеклись от них. Этого бывает достаточно. А вукуф уже вот мы можем, знаете, когда вот какую-то ситуацию, внутреннее ощущение. Вот человек, допустим, он голодный, от того, что еду он не покушал, у него будет ощущение голода. Когда он покушал еду, у него будет ощущение сытости, например, настроение хорошее бывает. Кто-то нас обрадовал. Вот наши ощущения, они указывают на Всевышнего Аллаха. Когда у нас какое-то неприятное ощущение, это указывает на то, что на Аллаха справедливость, на Аллаха могущество, где Аллах говорит, как я хочу, так и будет. А когда нам что-то приятное приходит в наше сердце, ощущение какое-то, Аллах нам показывает себя с красивой стороны, как милостивый, милосердный. И вот любое наше состояние, оно является как фактор нашего обучения. Вот мы Аллаха узнаем в этот момент либо справедливым, либо милостивым, милосердным. Поняли же, да? Аллах говорит, «Вафи амфусикум афаля тубсирун». «В вас самих, говорит, есть знамения, чудеса, разве, говорит, вы этого не видите, говорит Аллах». Вот самые такие вот чудеса, знамения, вот именно наши ощущения. Вот сейчас в данное время, допустим, у меня голова, например, болит. Голова, например, почему болит? Потому что Аллах создает эту боль, правильно же? И вот это ощущение, неприятное ощущение, оно мне на что должно указать? Что Аллах делает, как хочет, что хочет, это его право, я ему принадлежу. Я вот в этот момент, даже с этой болью, Аллах начинаю познавать справедливым, могущественным и так далее. А если, допустим, у меня головная боль пройдет, мне будет на душе хорошо, настроение будет хорошее, это ощущение указывает на то, что Аллах милостив, милосерден, хоть я даже не заслужил этих ощущений, но Аллах милостивый, я Аллаха так узнаю. И вот это состояние, вот это вот наше ощущение, это вукуф получается, которое указывает на Всевышнего Аллаха. Мы же самого Аллаха представить не можем. Поэтому вот примерно так легче бывает давать. Давайте дуа тоже сделаем. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммада ва аля сайидина Мухаммада саллим. Аллахумма рзукна хуббака ва хубба ман юхиббука ва хубба кулли амалин юкаррибуна иля хуббик. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج من حيث لا نشعر في ساعة من ليل أو نهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل أعداء الدين اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل دعانا بحق محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله